С появлением реставрационных технологий у нас появилась уникальная возможность очень быстро менять внешний вид человека. И при этом не имеет никакого значения, насколько разрушен его зуб. При реставрации наносимый вред зубам минимален, а эффект максимален. И если реставрация сделана толково, то под ней никогда не начинается кариес и не происходит никакие разрушения. И если прикус подогнан правильно, то это значительно увеличивает срок службы реставрации. Также на срок службы реставрации влияет правильный подбор материала, умение врача очень надежно закрепить его на зубе и, конечно, того, как человек пользуется своими зубами. Это совершенно не значит, что этими зубами нельзя ни жевать, ни кусать. При выполнении всех описанных мной условий, реставрации эстетичны, надежны и практичны. И если у кого-то что-то с реставрацией не сложилось, то значит был нарушен один из тех моментов, которые я только что перечислил. И это хорошая новость. Значит, все в ваших руках. И вы можете использовать технологию реставрации, которая проверена годами. Успехов!